Каждый ужин в другом ресторане. И каждый раз в Чехии мне говорили, здесь надо брать это пиво, здесь надо брать это пиво, здесь чего-то надо. Давай только высоты пока. Первая порция. Самое вкусное. Народ обычный, знаешь, как он отдыхает? Я хочу вражить. Мы все кушаем, едим, пьем, а потом мы собираемся, чем-нибудь смотрим. А тут еще не было. Лихаем. Ну это вот мы снимали тогда, когда вот война была. Да, я помню. Тогда у всех было время свободное. Сидели и снимали. Ну что ты меня снимаешь? Снимаем тебя. Надо меня снимать. У меня велосипеда нету. Поэтому не снимай. Когда будет велосипед, тогда снимай. Ясно. По 700, по-моему, или по 900. А ты уж еще уверен на кактусе? На что? На кактусе. На кактусе, да. Они колются? Не, не. Или ты колючки отрываешь? Я успеваю уехать. Не могу сказать, что я тут вернулся. Ну, что же они достали? То есть был кто-то? Да ведь там мясо кучами раздают, не надо тебе. Я вот поэтому я не доел. А я не считал. Если бы я стал считать, мне бы стало стыдно. Иди сюда. Без тебя нельзя. Ты основной персонаж. Рома.
иди сюда. Не-не-не-не. Илья должен уехать. Давайте, мне осталось там. Это выражение человека. Рома уже абсорбировался. Хрен ты у него. Лёнь. Ну подними Рому. Ща, я иду. Он магнитный, он примагнитил его. Чего? Отец. Короче, есть речь у человека. Есть речь, есть тост, да, есть что пить самое главное. Сколько нас народу сегодня? Игорь, Леня, бедолага, прошу прощения, тяну одеяло на себя. Игорь! Дима, голос тихий. Игорь! Надо познакомиться. И тут его карта пошла. Прошу прощения, просто Илье надо уезжать. Ух ты! Внимание всем! Поэтому надо этот самый человека уважить. Никогда в жизни не писал стихов, гадом буду, никогда в них. Кто, блин, кто с нами свяжется, талант себя развивает. С вами свяжешься, научись всякую гадость, как говорил этот самый. Стихи посвящаются участникам форума. Единственное, что тут очень много из вещей, если кто за этим следил, тот поймет, кто не следил, может не понять. Кроме того, тут я должен сказать два слова буквально, без обид. Например, если этот самый Давид с Виталиком на меня обидятся, мне что, эмигрировать из страны потом? Нет, мы продавать велосипед. Ладно, все, поняли, да? То есть, не велите казнить, велите словом. Детям можно слушать? Детям нельзя. После моего аватара им все можно. Все, тишина. Так, я буду смотреть на них. Один модератор прикинулся спящим. Не злите, проснусь, разозлюсь, и тогда... Не бойтесь, друзья, зверь он не настоящий. Не злой он ведь, добрым был Пашка всегда. Вот Пьер педалирует медленно в гору. Он форума нашего антигерой. Ему очень желтая маечка в пору. Он цвет любит желтый, а не голубой. А вот бедолага Джамиса, алчущий. 2000 гринов, блин, серьезный подход. Вот Макс. Поднимайте руки. Вот Макс, позабывший о долгом долге отцовском, сбегает от джинки в велопоход. Его с нами нет. Вот М. Дизингов, весь нарядный, как елка. Он бизнес открыл свой. Прокат «Аватар». Все куртки его, только фирмы «Татонка». Мужчина всегда отвечал за базар. Вот Темпа, красавчик. Гроза арабесов. По пауэрлифтингу он чемпион. Курсант-сионист. Ездит на двухподвесе. Владеет эндурой, поддержанной он. Вот Люпус. Люпус на севере ездит сегодня. Люпуса нету. Эх, блин, просрал все. Ну ладно. Вот Люпус, насмешник и велобродяга. Не раз подвергал он сарказму коллег. Но пишет красиво. Он стилем игривым. За море ходил. Словно вещий Олег. Садик настоящий среди русских евреев. Или он зовется на форуме том. Он любит кататься, но в срок возвращаться. В субботу блюдет и детей полон дом. А кто это там без защиты банальной? Не Пьер это? Пьер этот каску... Пьер уже каску купил. Так это же Олег. Или он виртуальный. Кому-то на форуме он насолил. Средь велогонцов разделились мнения. Казнитель помиловать сего огольца. Потоком безбрежным текут сообщения. Ни края не видно, не видно конца. Браво! Из дали и далеких летит валаокий. Трехглавый, трехмерный, трехцветный. Уж змей. Змей, он с нами. Он пить не дурак, блин, сей змей виртуальный. Тригодки кричат: «Эй, Гуревич, налей!» Из наших один был в отсутствии долгом. По плаванию мастер, теперь уже нет. Когда он вернулся, народ ужаснулся. Где был? Пиво пил. Ну дает пар пакет. А вот чемпион по числу сообщений. На форуме трет постоянно он глаз. Фанат банихопов, технических дропов, крушителя бодиев. All that jazz. Крушителя бодиев двойник. All that jazz. Вот папа шоссейник,
детеныш с ним вместе. 20-й уж скоро дитяти тому. Не пьет он ни пива, не ест котлет в тесте. Спортивную он дисциплину ведет. Виталик для папы надежда в упоре. Все сделает, что не попросит отец. Врагам не желаю с Виталий быть в ссоре. Гроза дискотек, греко-римский борец. Вот Сергей, он же папа Виталий. Он миг он. Он мигом устроит. Газетный магнат. Морскую пьет воду. Такое видали? И шпуху его я всегда видеть рад. Чтоб не был на форуме трех примитивным, двух профи притарили мы на сезон. Советовать могут вполне легитимно. Пусть даже советовать будет мало. Один был инструктором глубоководным, порядковый номер присвоил себе. Он виски-любитель и женщин-ценитель. На форуме байкер. И байкер в седле. Наездник бесстрашный в каске фрирайдной. На веле крутом над обрывом летит. Все велосипеды его ждут совета. Как правильно хопнуть? Скажи-ка, магнит! Любой согласится из тех, кто катает, что без GPS не ходи в темный лес. Но есть навигатор, он нас опекает. На форуме велик имеет он вес. Он сможет отважно, без карты бумажной, по синглам лесным без труда провести. Лишает зарплаты он дедушку сада. И смог форумчан на бабло развести. Вы все догадались, что это наш Игорь. Другого такого не просто найти. Он пишет маршруты, снимает сюжеты и вечную душу поможет спасти. А вот буржуин, сайта велик владелец. Местами плохой, а местами кровать. Он велики любит, как Баварии немец. Поможет подержанный вел выбирать. Вот тут вы меня подвели. За Миллером очередь отстоявший немалую, не спавший всю ночь, шашлыки замочив, собрал он тусовку друзей разудалую. Велику год, вот ее лейтмотив. Подожди. Вы Сашку узнали, не тайно, о ком я. Нескладно, коряво, ну, Маяковский приду. Я рифмы леплю, словно снежные комья. Боюсь, что гореть мне за это в аду. В аду так в аду, я и не сомневался. К концу подошел графоманский сей бред. Я всех поздравляю, кто под крышей собрался. Дома, который построил Бет! Кто-то кого? Один на столах! Никогда ни одной строчки не написал. Это значит вдохновение, ты понимаешь? Грибочков поел, ванильно. Надо на форуме тему открыть, ты там туда эти все стихи. Нужно снято на видео. Не-не, надо на форуме, чтобы это самое. Да, текст на форуме. Я повешу, Я просто сегодня за это закончил. Коля кого? Все стихи туда. Намаш, Коля кого? Я ни на одном велофоруме не видел, что писали стихи. Какой я сделал вывод? Оказывается, Игорь читает весь форум. Сам себя не случайно тихо-тихо. Я прошу прощения, я протестую. Он все время читает ваш форум. Я против, а папа, я против. Единственный выход – привлечь жену в велосипед. Привлекал уже, и велосипед тут вот достойный, блин. Так привлекал, что на продажу вышел велосипед. Ладно, все, ребята, я поехал, давайте. Пока, Илья. Счастливо. Счастливо. Береги себя, Илья. Садик. Огонька не найдет. Нормально. Он дает... Нормально, нормально. Стабилизирует. Я только одного не помню. Ребята, это был последний, чтобы было бы с собой.
Можешь не покупай, если привези. Только напомни мне, если следующий проблем. Пацаны, тут чайки по сладкий стол. Фонарик пошел. Давай, Лазман, такой фонарик у Бэда. Наливаю. Ауге. О. С народом. Не, ну бедуин это нормальная история. У меня друг в Оранже работает. Они говорят, построили. Не стесняйся, Рома. Все свои. Пустыня построили, там плита была. Не, ну оно всегда выставил на Ягу. Сайт очень много висел на Ягу, пока ничего не было сам. Ничего нет трафика. Он говорит, опять надо было, что не говорится. Здесь мегабайт. Нет, меня предупреждали, что чурки реальные. Реальные чурки, короче. Чурки, блин, короче, типа, нормальные. Оба! Я, ты топор мне заглушил, чурка ты. Что ты отрезал? Что ты отрезал? Я ножом мог это стрелить. Я бы это спасил. Мне бы ее поставить. Поставь! Хочешь, я подержу? Нет. Попади только по центру. Не попал вообще. Осторожно, смертельный номер. Барабаны, барабаны, бьют барабаны. Да ты затупил топор уже, да никто нельзя. Опа, попал. Давай, руби. Не-не-не. Баба, оба. Ко мне дырка будет, барба. Давай. Сосед с топору, писец. Да не писец никакой, что. Давай его, на щепки его. Рви его. Надо ему раздеться до трусов, повязать бандану. Она будет пещерный человек. Ван, чук. Три. Оба. Оба. Давай. 108 килограмм. Давай. 102. 102, не обижай. Отдай перчатку. Бля, топор в капец. Это не осина, это, блин, сосна, блин. Я понимаю, с этими самыми, с сучьями. А что делать, это не самое? Это такое легко ломается, это и я могу. А вот ты вот это порази. С гостями, я вижу лес. Игорек, это что? Но. Смертельный номер. Разбегайся, народ. Сейчас что-то будет. Поэтому они играют обратно, то есть если женщина... Да раза! А сейчас руками, руками. Или ты помогаешь делом, или ты помогаешь словом. Одно из двух. Давай! Давай! Круши! Рви его! Рви его! А где, кстати, Давид, который темпнул? Где он? Где этот пауэрлифтер? Давид? Заговорился, заговорился. Эй! Надорвать, короче. Нам нужна твоя помощь. Шановый садах и сидать, посмотри. Нет, чтобы самому помочь. Порви его! Нам нужно идти... как это не странно так сказать, и просто поломать это все нужно, а вот это сломать нужно. Это я сам могу. И это я могу. У нас уже на ответ. Останься с нами. Ну, у тебя пионеров никогда не был? Ничего, будешь. Нам эти самые нужны, как они чё? Называются? Чё? Подожди, я тут построил. Нет, ты красавчик. Вот нам щепки. Можно помочь? Игорёк! Что? Ну давай, дровишки! Ну сейчас! Не, мы щепок сейчас тебе надо самое. Я же тут все построил, а ты щепок. Тема зверская, я тебе говорю. Это лампа? Давай, Лизбай. Если не упадет. Извините, извините. Пионер. А? Кто говорит, что я плохой пионер? Так никто ж не говорил, что плохой. Просто говорил, что не пионер.
Ты замерз? Фонарик светит. Где свет, там огонь. Да, вот. Это там где шум, где широка... 2 метра в 5 сторон. А я думал, для меня везде. После того, что ждали револьвер, но уже не то. Никто! Никогда!